Мужики, всем привет. В общем, опять Hyundai, не работают лампочки. И повторение, как говорится, мать учения. Показываю еще раз, как все это дело происходит. Первым делом достаем магнитофон и железную эту шахту. Так, шахту достали. Теперь снимаем вот эту фишку. Фишку сняли. Теперь вот здесь, мужики, вот здесь. Берем за вот этот вот кронштейн. Прямо так вот полностью руку так ставим. Вот так вот. И поднимаем его вверх. Просто таким вот одним движением. Вот клац вверх. И он отстегнулся. И отводим его в сторону. Куда-нибудь. Так, чтобы он не мешал. И у нас появляется доступ. Вот одна лампочка. Вот другая лампочка. Все. Теперь просто достаем. Тут даже ее нету. С одной стороны. Тихо, тихо. И посмотрим другую. Другая стоит светодиодная. Понятное дело, она сгорела. Все. Меняем. Новые лампочки ставим и проверяем. Все, мужики. А, включи. Все работает, все светится. Только фонарик надо потушить. И также ж назад ставим вот эту всю приблуду. Заводим. Видно, да? Да выключи свет. Направил. И теперь просто вниз. Оно вниз легко защелкивается. Абсолютно легко. Все. Стало на место. Ставим назад фишку. Попадаем. И собираем все в обратной последовательности. Делов ровно тут на 5 минут.